Добрый день, дорогие друзья, рад вас приветствовать на моем канале. Мы продолжаем играть в симулятор поезда 2016. И у нас новая задача. Так, значит, добрый день. Наша следующая задача — собрать состав из хопперов и поместить их на путь Кёльн номер 3. Позже их заберет другой локомотив. Нам нужно собрать, получается, вагоны и поместить их на определенный путь. Поехали. У нас новый локомотив такой, да? Именно для маневровой работы. Вот так вот он выглядит. Прикольненький такой. Так, и впереди у нас есть уже вагончики, да, которые мы можем с вами забрать. Давайте реверс вперед и поехали потихонечку. У нас конкретного времени нету, поэтому мы можем маневрировать сколько хотим тут, да. Вот, но тем не менее будем стараться как можно быстрее это все сделать. Где-то на пятерочке подъедем. Ну, давай, цепляй. Есть, цепанули мы. Теперь нам надо их закрепить. Есть. Так, что у нас дальше там? А у нас еще вагоны там, по-моему. Давайте дальше проедем. Хорош. Да, еще одни вагончики. Вот эти, я так понимаю, нам нужно забрать будет. И вот эти. Так. Давай, давай, давай. Едем, едем, едем. Так, цепляем. Есть. Так, у нас 4 вагона. Сколько у нас по заданию? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 вагонов. Ого. Ого-го. А вот еще, да, вагоны. 4. Тут будет 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Получается, вот эти вот надо. Вот эти и вон те забрать. Окей. Так, реверс в другую сторону. Поехали. Тут нам надо будет стрелки переключать. Уже взаимодействовать. Не-не-не-не, куда ты так разогнался? Тише, 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 тише. Будем сейчас с вами стрелки переключать. Так, вот эти вагоны, получается, через путь стоят, да, от нас? Хорошо. Давайте смотреть, где это. Так, показать. Так, это вот соседний путь. Нам надо вот на этот путь заехать. Ага. Так. Вот так переключим. Так, мы остановились. Мало вперед. Мало вперед. Сейчас он проедет, и мы с вами стрелку тогда переключим. Это получается, вот эту надо будет нам переключить. Хорошо. Хорошо. Так, а здесь впереди у нас нету никого. Куда мы там не врежемся? Так, поезд останавливается, а мы давайте переключать. Так, смотрим. Да, правильно, на эту полосу нам нужно. Тормозим. Далеко мы уехали.
Так, нам надо теперь вперед, да? Давайте на 50-ку поставим. Будем смотреть. Ну, 20-ки, я думаю, более чем достаточно. Смотрим, туда мы едем, не туда. Так, по идее, должны туда. Сейчас узнаем с вами. Так, давай, давай, давай. Вот так вот это все выглядит. Так, задание нам можно пока отключить. Пока можно отключить. Так, ну не прямо ж. Вот, хорошо, молодец. Так, забираем мы еще одни вагончики. Хопперы. Так, пускай пока едет на такой скорости. 18 достаточно. Так, 17. Чуть-чуть будем уже сбрасывать. Так, давай, давай, давай еще. Протягивай. Так, и остается у нас вот эти еще, да, забрать? Еще 3 вагона. Хорошо, хорошо. Ну, давай чуть-чуть, по чуть-чуть поедем. Окей, цепляемся. Есть такое дело. Так, смотрим, о том или подцепили. Что у нас за название вагонов? Так, 4А9А. Это вот эти идут, да? Ага. И мы подцепили 7D8D. 7D8D9D. Угу. Значит, те. Вагоны у нас те, все правильно. Так, как нам теперь? Надо как-то вот эти забрать. Давайте двигаться опять. Вперед. Как-то нам надо вот эти забрать. У нас получается поезд стоит. Раз полоса, два, три. Через три полосы от нас. Через три полосы от нас. Получается раз, два, три. Вот они стоят, да? Вот они стоят, красавцы наши. Так, переключили. Переключили. Ну и все, в принципе. Ну вот и все. Так. Ну у нас такой уже длинненький получается поезд. Так. В любом случае нам надо за мост заехать. Это по-любому. Давайте добавим немножко. Ну, 26 будет вполне достаточно. Даже, наверное, много. Даже, наверное, много будет. Все, говорим поезду тормозить. И переключаем стрелки. Так. Ну, вроде бы на эту, да? Так, он тормозит, хорошо. Поможем ему еще. Так. И переключаем реверс. Видно, что вагонов больше стало, и он такой реально тяжелее. Скорость больше набирает. Тормозит хуже. Вернее, дольше, да? Так. Смотрим, туда мы едем или не туда.
Туда мы или не туда едем? Так. Ну, пока туда. Пока туда, не знаю, как дальше. Так. Напряженный момент. И хренушки не туда. Ёлки-палки, как мы так считали? Или туда? Нет, не туда. Не туда мы приехали с вами. Ладно. В другую сторону возвращаемся. В принципе, нам тут не так далеко отъехать нужно будет. Ставим на 2. На сколько поставим? 24. На 20 поставим. Я думаю, он выйдет с этой полосы. Нам надо вот это крайнее, получается. Вот оно. Все, мы можем возвращаться. Стой, 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 стой. Реверс. Поехали назад. Попытка номер 2. Хорош. Тут уже даже много. Так, ну теперь вроде бы туда едем. Чуть-чуть добавим. Чуть-чуть добавим. Так. Все, можно потихонечку оттормаживаться. Будем потихоньку оттормаживаться. Так. Сбрасываем скорость. Есть. Есть такое дело. Так, как это у нас сцепка вообще? Вот таким вот образом это все выглядит. Вот. Цепляем. Смотрим, те вагоны мы цепанули или нет. Так, там идет 4Б, 9Б и 8Б. Смотрим, есть там такие вообще? Да, есть. Все. Все, дорогие друзья. Осталось дело за малым. Осталось нам... вот на этот путь, на соседний, да? Загнать наши вагоны, и мы выполним наше задание, наш сценарий. Так, реверс назад. Поехали. Да, тяжко ему стало. 12 вагончиков все-таки, это вам не шутки. Но они еще и пустые, плюс ко всему, да? Если бы они полные были, ну, вообще бы чувствовалось бы. Так, ну что, на двадцаточке отпустим его. 17 даже получается у нас. Так, нам надо вот на этот, на наш, на крайний, да, самый. Так, переключили. Ну и все. В принципе, все. Давайте смотреть, что у нас получится. По заднему вагону тогда будем смотреть, как он только выйдет отсюда. Можно еще добавить. Все, хорош. Так. И нам надо, получается, вот на этот путь выехать. Хорошо. И переключить нам стрелку необходимо. Так. Ну, вроде бы мы протянули достаточно. Смотрим. Так. Есть. Все. Останавливаемся. Реверс вперед. И потихонечку движемся на нашу линию, на наш путь.
Для начала давайте посмотрим, туда мы едем или нет. Так, вроде бы туда. Да, этот путь наш, все правильно. Ну и все, осталось нам протянуть, посмотреть, чтоб наш сам локомотив зашел туда, да? На эту линию. Давайте добавим еще. Ну прикольно, маневровый работает, классно. Мне нравится. Так, и посмотрим, чтобы он никому не мешал. Поставим его таким образом, чтобы он полностью стоял. И можно было переключить стрелки в случае чего. Ну вот за эти вагоны заедем, я думаю, будет достаточно. Давайте будем останавливаться. Так, по заданию, да? Доехали мы там, нет? Ну вот, как раз мы остановимся здесь где-то. Ну и как бы и все, дорогие друзья. Мы готовы. Принимайте работу. Чего? Надо еще дальше прогнать, что ли? Да мы и так вроде нормально проехали. Ладно, окей, давайте еще сдадим назад. Давайте еще сдадим назад. По-моему, мы уже нормально заехали. Давайте будем останавливаться. Ну, сейчас, я думаю, точно можно останавливаться. Так, ну что там? Что происходит? Почему нам не засчитывается? А, ребят, нам же надо отцепить вагоны, ёмкмай. Точно. Мы же должны... Вот. Все, да. Сценарий пройден. Отличная работа. Сработано. Это было непросто, но вы справились. Скоро за этим составом приедет локомотив. Взгляните на отчет о поездке, прежде чем браться за следующее задание. Так. Вы набрали 1000. Нам золото дали. Нам золото дали. Отлично. И смотрим, что у нас по карьере будет следующее задание какое. Так, смотрим. Вслед за солнцем будет у нас задание. Маневровая работа закончена. Теперь садитесь за контроллер опять нашего электропоезда, да, и ведите, ведите поезд в Андернах. Хорошая погода способствует движению с максимально разрешенной скоростью. Понятно, что тут непонятно. Ну вот такая вот у нас маневровая работа, ребят, получилась. Сделали мы ее на золото. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Вот. Ну а я в свою очередь говорю, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.